Буквально минутку. По тому, как сейчас складывается первая часть сезона, реалистично ли рассчитывать на топ-5 в конце? Ну, я говорю, в прошлом сезоне Ахмат занял 5-е место, поэтому да. Как бы все нормально. Ну, то есть можно рассчитывать на то, что вы действительно закрепитесь. Нам надо стараться играть не как сегодня, особенно в первом тайме. Вот. Потому что, как-то надо голы забивать, а чтобы голы забивать, нужно чужую половину поля чаще выходить с мячом и моменты давать. Но в целом, я говорю, все возможно. Ты не почувствовал то, что со Спартаком было что-то не так? У них сейчас много проблем внутри команды. Это все внутри команды, а люди на поле выходят и играют на максимум всегда. Может ли это стать наоборот какой-то мотивацией для игроков? Вот что-то вот про них говорят, а они наоборот вот вышли и сегодня были супер мотивированы, как показалось. Да, и я думаю, что просто у них много большая обоим игроков, и кому большая конкуренция, каждый должен воспользоваться шансом. Поэтому... По составу это самая топовая команда сейчас в РПЛ, как тебе кажется? Я не знаю, но у них хороший состав, но плохой. У нас в России в целом есть еще хорошие клубы, типа «Зенита», «Краснодара», где тоже ровный, хороший состав, почти их два, в «Спартаке» можно сказать, их два. Может быть, можно сказать, что у них самая широкая обойма, наверное, можно сказать. Такой вопрос. Сейчас в сборной дебютирует очень большое количество футболистов, кто ранее там не играл. У тебя есть такая мечта все-таки до конца карьеры попасть в сборную России? Я ни разу не слушал гимна в форме сборной России с поля. Даже не было ни на каком уровне. Конечно, даже на детском. Поэтому, конечно, хотелось бы когда-то сыграть, но сейчас я думаю, что шансов у меня... Почему? Много кто дебютирует? Очень много игроков, про которых даже не знали. Я просто работал, был в Ростове, не подошел, так сказать, карты. Я думаю, что про меня он знает чуть-чуть больше, чем про других кандидатов. То есть пока карты в сборной, ты вряд ли дебютируешь, как тебе кажется? Нет, я думаю, что если забью 15, то, конечно, наверное, меня вызовут, но надо забить 15. Я крест не ставлю, надо забить 15. Твоя футбольная мечта, можно сказать? Не мечта, а цель. Угу. Мечта Лигу Чемпионов выиграть. В составе Парены. Сейчас это даже регламентом не предусмотрено. А так, в целом, это, наверное, цель. Это же не так сейчас, сами понимаете, так далеко. Спасибо. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? 1007-8, не меньше. Слушайте, у вас нет какого-то напильника или